12-й всероссийский конкурс «Русь мастеровая» проводился в Нижнем Новгороде впервые. Творческое состязание объединило более 60 умельцев декоративно-прикладного творчества из Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пензы, Архангельска, Тамбова, Челябинска и других регионов России. Конкурс помогает развивать и укреплять народные промыслы, чем испокон веков славятся многие регионы страны. Поэтому символично, что торжественная церемония награждения состоялась в День России. Рачительное, доброе отношение нижегородцев к народным мастерам, к нам, как вот членам жюри, оно превалирует просто здесь. Мы купаемся в вашем тепле, тем более после первого дня дождливого эти два замечательных дня стали для нас подарком. «Русь мастеровая» – это когда на одной площадке мастерство в ремесле показывают более 50 участников. Представлено свыше 30 регионов России. Например, Александр Денисов – мастер-самоучка из Заволжья, занимается резьбой по дереву. Сначала он смотрел на фотографии других мастеров, пытался копировать, а потом сам стал учить. На конкурсе Александр вырезал пряничную доску специально к юбилею. Все равно считается уникальным. Мало мастеров осталось, кто этим занимается. И как бы хочется, чтобы была преемственность, чтобы молодежь подтягивалась, интересовалась и тоже что-то делала своими руками. Внуки растут, будем им передавать. Ольга Бочарова работает в соцзащите Московского района в Нижнем Новгороде, но не забывает про свое любимое рукоделие. Она уже 20 лет занимается ткачеством мастерской Параскева. Вчера в городце всего за 8 часов ей удалось создать тканный пояс и победить в своей номинации. Авторское изделие Ольги можно будет увидеть в Москве, в фондах Государственного российского дома народного творчества. Наверное, рады. Но это нисколько не умаляет участие других ткачей. Это, наверное, какая-то наша общая награда. Поэтому я не могу сказать, что те, кто не победил, они намного хуже или меньше знают. И, может быть, даже у многих навыков больше, чем у меня. Ну, это какая-то удача, наверное. То есть... На площади Маркина, где и развернулась ярмарка, нижегородцы приняли участие в мастер-классах от победителей, смогли купить изделия народных мастеров и насладиться летним праздничным днем. Галина Колегна, Любовь Шапко, Василий Лысков. Время новостей.